Возможно, недовольных дольщиков в регионе станет больше. Специалисты прокуратуры Октябрьского района провели проверку соблюдения сроков сдачи застройщиками объектов недвижимости в эксплуатацию. С начала 2018 года выявлено 20 нарушений, возбуждено 18 административных дел. Компания «Главстрой» должна была сдать в эксплуатацию дом на улице Чайковского, 29А, не позднее второго квартала 2018-го, а компания «Капитал Групп» нарушила сроки сдачи дома на улице Ивановская, 17, литер Б, в городе Кохма. В отношении застройщиков вынесены предостережения. Данные застройщики в настоящее время перенесли сроки ввода в эксплуатацию многоквартирных домов. В ходе проверки заверили, что в следующий срок, который был установлен, нарушаться не будет, что все дольщики будут обеспечены своим жильем, недвижимостью, которую они приобрели по договорам долевого участия, своевременно, и в дальнейшем нарушений с их стороны не будет.